Ну, ничего страшного. Это не отменяет того факта. Ой, блин, я забыла, мне надо еще деньги положить на телефон, а то я сейчас выйду, у меня интернет закончится. Так. Алиса, поставь напоминание на 7 часов про АПК. Поставила напоминание про АПК на завтра в 7 часов утра. Узнала, что телефоны очень любят прятаться. Спросите, Алиса, где мой телефон? И я позвоню на него, чтобы потеряшка нашелся. Потеряшку. Интересно. Where are you going? To shop? Или можно так сказать, выразиться, я не знаю. Как думаете, сюда очки нужны или пофиг? Блин, что оно распадается у меня все. Ой, любим, спасибо большое. Очень приятно, спасибо. Ура, я ближе все цель, к цели 200 побов за день. I'm happy. Дмитрий Асенак, hello. Думаете, надеть очки? Я не знаю, просто. О, у меня есть такие для компьютера. Я их редко надеваю вообще. Вот. Ну, они такие подраспущенные волосы больше. Я когда, знаете, в своем жакете, в длинной юбке черной, короче, с распущенными волосами, я надеваю эти очки, и все, я себя чувствую такой мамочкой. Вот. Нифига они не подходят, мне кажется, поэтому... Андерба точно не сюда. Спите, Боже. А где мои другие? Чё за бред? Акинатон, здравствуй. Это мои любимые повседневные очки. У них картина. Да, наверное, у них нет. Так, ребятушки, всем хорошего дня, всем пока-пока. Желаю хорошего вам настроения на сегодняшний день. Поэтому до свидания всем. Ну, хотя, может, я вечером выйду. Если кто-то захочет,